Думаю, мне не будет холодно. Зато здесь у меня будет все закрыто без шарфика. Вот. Так, где у меня там моя шапуля? Наверное, вот это надену. Доброе утро всем заглянувшим. Доброе московское утро. Я спешу снова к метро. У нас сегодня прогулка по Чистопрудному бульвару с экскурсоводом. К 10 мы собираемся у памятника Грибоедову на станции метро Чистопрудный бульвар. Вот я уже подхожу к метро. Улица Маршала Бирюзова и метро Октябрьское поле. Заходим. Пересадка будет на Кузнецком, Хвосту, на Луганку. И там еще одна остановка. То есть через 20 минут мы будем там. Уже в метро я еду, как на экскурсии. Смотрите. Эти места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Держитесь за поручни.
Ну вот, вышли мы к памятнику Грибоедову. И, друзья, смотрим, где народ собирается. Друзья, я рано пришла, на целых 15 минут. Вроде бы вышла за 40 минут. Получается, так быстро я добралась. В общем, вот памятник Грибоедову. Здесь ходит трамвай. Вот такой вот тихий, симпатичный. И покажу вокруг дома. Очень красивые, старинные. Так, я думаю, это Тургеневская. Да, я там бывала. Вот ВТБ-банк, по-моему, это, если не ошибаюсь. Ну и станция метро «Чистые пруды». Вот такие вот балкончики красивые на этом доме. Ну и скоро пойдем. Экскурсовод подойдет. Всех нас зафиксирует. Сегодня у нас, по-моему, другой экскурсовод, то есть женщина. Ну вот, пойду к своим. Нас мало пока, но мы в тельняшках. Видите, снег идет вот такой вот. Ой, снег пошел какой. Вам видно? Вот такой вот. Группа наша набралась большая, но пока экскурсоводки нет. Запаздывает. Вот такой снег, снежок. Если такой снег будет, вряд ли я смогу вообще что-то снимать. Им надо телефон укрывать. Какой интересный трамвай. Новогодний. Вязаный трамвайчик. Вот, Сережа вернулся сегодня с шахматных, как там, соревнований или что у вас было? Шахматного матча. И занял он второе место. Из 12. А как там у вас же было две команды, да, район на район? В своей команде первое место. Да, в своей команде первое место занял. И вот за второе место его награда. Футболка. Уже у него вторая такая, он мне ее дарит, эту футболку. Панама, тоже уже вторая Панама. Ну, кому-нибудь на дачу, кто к нам приедет, будет Панама от солнца. Вот такой вот стаканчик. Кофейно-чайный. С открывашкой, с закрывашкой, внутри металл. Здесь тоже приятная такая штучка. Вот. Вот такой, как сказать, трофей Сережин, да? С шахматных соревнований. Награды за занятое второе место. А первое место в своей команде. Я гордюсь. Привет всем заглянувшим. Сегодня уже следующий день. Вчера мы ходили на экскурсию. Но не совсем удачную, потому что мне ничего практически снять не удалось, потому что пошел снег. А сегодня я уже в бассейн сходила, а Сережа пошел кататься на лыжах. И шлет мне в WhatsApp соблазнительные фотографии со снегопадом в Серебряном бору. Thank you.
Но он думает, что такой снегопад новогодний только там у него. А на самом деле и здесь замечательный снегопад. Сейчас покажу. И еще мне удалось заснять белочку. Привет. Прям смотрит чуть ли не в глаза. Я говорю, позируй. О, как. Привет, привет. С добрым утром, скажи. Хвостиком помаши моим подписчикам. Скажи, доброе утро. Хорошего дня всем. Такая интересная. Чудо. Чудо чудесное. Вот в центре мегаполиса вот такое чудо. То, что не в каждой деревне увидишь. Еще так смотрит на меня. Привет, привет. Вот я тебе рукой машу. Уж и белка снег ест. Серёж, снег она ест. Снег ест с ветки. О, вниз пошла. Опять к кормушке пошла. На тебя смотрит. На меня. На еду смотрит. О, взлетела куда-то. Сидит. Любимое место. Наверное, наелась. Сейчас поближе еще сделаю. Хвостик шевелится, так интересно. О. Сегодня ей рай, она одна. А то обычно минимум их две, да, Серёж? Да. Сегодня вот она и неторопливо так ест. Потому что одна, куда же подружка ее делась? Или друг? Наверное, в другом месте еще кто-то подкармливает. Может, в этом, в МВДшном госпитале какой-нибудь любитель белок появился и там подкармливают. Еще интересно, еду берет в кормушке, но в кормушке не ест. А ест на стволе, да, Серёж? Ой, как бурундук уже стал. Живот уже огромный. Ну нельзя же столько есть. Вот когда садится сюда животом, прям видно, как бурундук. В профиле еще ничего. Еще вроде бы как стройненькая белочка. Но стоит фас, так все. Бурундук бурундуковский. Пиршествует. Пиршествует. Всего доброго, друзья! Будьте здоровы и счастливы! До новых встреч на моем канале!